выход 1-1. И... ой-ой-ой, какой шанс! Добивание будет, будет и гол! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рад вас приветствовать! Начинаем очередной игровой день, и он стартует у нас во Владивостоке на Фетисов. Арене сегодня будет жарко, потому что встречаются хоккейный клуб «Адмирал» и хоккейный клуб «Сочи». Посмотрим, как сегодня вратари себя проявят. И все готово к стартовому вбрасыванию. Наша встреча началась. Выигрывают «Леопарды» эту шайбу. И вот очень активно хоккейный клуб «Сочи» пошел вперед. И это Артур Тянулин сразу затащил шайбу в зону. Тянулин с разворота бросает и уже вынужден сразу вступить в игру. Андрей Мишуров кладет он щитки на лед. И первую шайбу, которая была пущена в створ его ворот, отбивает. 13-й форвард Артемий Кузнецов. Сегодня вот еще один дальний бросок опасный от Либора Шулака. Вот Никит Сошников, который здорово влился в состав «Адмирала». И вот здесь момент, и гол! Забивают хоккеисты «Адмирала» первую шайбу. Как все четко разыграно под воротами соперника. Ну, какие могут быть вопросы здесь к Евгению Волокину? Просто шик модерн. И Соляников принимает поздравления. И вот здесь еще один вход в зону у сочинца. Федотов попытался прострелить на пятаке. Активно ведут себя гости, но нету броска в итоге. И здесь, ой, помог даже, помог защитник нападающего соперника. Шайба так удачно легла на крюк. Но в итоге опять браво Евгений Волохин. Такой непростой матч. Очень много вот таких моментов. Уже на вторую шайбу имеет «Адмирал». Ну и вот здесь шайба сверху ложится на ворота Мишурова. Хафизов попытался ее сбить. Не получилось. Да, неплохой момент. Там, конечно, на секунду потерял эту шайбу из вида Мишуров. Еще одна попытка. Здесь шайба Старков. Старков. Из-за ворот на пятак. И Волокин, и защитники там тоже помогли, конечно. Какой момент. Но пока сочинцы никак не могут расположиться в чужой зоне. Остается до конца первого периода 1 минута. Вот здесь выход 1-1. И... ой-ой-ой, какой шанс! Добивание будет, будет и гол! Забивает подключившийся в атаку Джесси Грэм. И казалось там уже, что вот здесь все, выручает. Выручает Мишуров. Но дальше атака продолжается и здорово бросает подключившийся Джесси Грэм. Вот здесь, конечно, партнеры здорово поборолись на пятаке. И так, вы знаете, на точность, не на силу. Хорошо сейчас уцепились за шайбу сочинцы на своей синей линии. Ну, доигрывает команда этот период. И звучит сирена об окончании стартовой 20-минутки. Ничья 1-1. Георгий, но все-таки первый вопрос о начале матча таком... здоровском, так скажем, уж позвольте такой эпитет. А как подключились к атаке, как удалось забить? Увидел развивающуюся нашу атаку, подумал, что есть отличный шансик помочь ребятам вчетвером там сыграть в атаке, чтобы получить преимущество. Нападающие разобрались и там друг другу Аркаша Никите отдал. Никита мне конфетку отдал, там осталось только попасть в ворота. Пошла передача налево на партнеров от Степана Старкова. И вот уже сочинцы идут вперед. И приходится вступать здесь Андрею Мишурову в игру. Утик здорово подключил партнера. Пауза! И вот это был шанс. Это был шанс. Но не стал сразу бросать игрок «Адмирала». И какая пауза! И вот это было красиво, если бы еще и в створ. В этой ситуации попал Илья Федотов, то там большая вероятность, что мог бы быть и гол. Кисты «Адмирала», да, оказывается под таким достаточно серьезным давлением. Минимум времени на принятие решений. Ну вот сейчас хороший момент. И добивание, все-таки гол. Повторным движением Гутик посылает шайбу в ворота. Хотел сказать, что справляется с не очень неприятным броском Волокин. И так и было, но это был первый бросок, а затем тут же следует добивание.
И свой, по сути, первый очень хороший момент во втором периоде реализуют моряки. 2-1 «Адмирал». И вот опять опасный бросок. Добивание. Волокин. Мог «Адмирал» сейчас так дуплетом выстрелить. Заметалась шайба там перед воротами Волохина. И продолжает «Адмирал» атаковать. И тут Сошников мог забивать. И к своей результативной передаче сегодня добавлять гол. Продолжается атака «Адмирала». Ну, вроде бы шайба, мы видим, в зоне «Адмирала» была достаточно долго, но вот до логического завершения не доводили. А сейчас эту атаку, а здесь, во-первых, я так понимаю, что будет удаление. И шайба от вратаря Евгения Волохина так покатилась тихо-тихо в сторону ворот, но рядом со штангой там где-то затормозила. И в итоге накрывает ее Волохин. Пытается Тянулин ответить, режет угол. Не пускают там его защитники. Сочинцы на последних секундах периода атакуют, но тут, похоже, да, отбивается. Отбивается «Адмирал». И звучит сирена об окончании второго периода, который по счету 1-0 остается за моряками. Кирилл, но тоже не можем не поздравить вас с рождением сына. Важное событие в вашей жизни. Как это придает сил, больше уверенности, тем более такая дальняя игра сейчас на выезде. Я думаю, что и родные следят за и вашим выступлением, выступлением команды. Да, спасибо большое за поздравления. Конечно, это и сил придает, и эмоций. И хочется порадовать и помочь команде. Поэтому стараюсь биться в каждой смене и чем могу помогать. Не так много удалений сегодня. И вот как раз можно сказать, что очень важное удаление было в концовке первого периода. И сочинцы его смогли реализовать. И вот это начало второго периода. И посмотрите, Попов забивает. Не сумел Мишуров выручить свою команду. И Сергей Попов шикарно бросил. И счет становится равный 2-2. Да, такого не ожидали. Конечно, и защитники, и вратарь. Классный бросок получается у Попова. И какой момент сейчас у «Адмирала». Ух, да, дали так спокойно развернуться. Это сделал защитник Федотов. Но ответ быстрый от «Адмирала». Ух, молодцом Волохин. Опять не дает себя переиграть. Точно цифра на табло демонстрирует то, что происходит на площадке. Да, временами поактивнее гости, временами хозяева. И сейчас каких-то миллиметров не хватило Попову, чтобы стать автором дубля в этом третьем периоде. Опять через Джесси будет игра. Но все-таки пас под ворота прошел и штанга. Вот это да, вот это момент. Мокрошев там на синей линии сейчас. И бросок по воротам, и шайба заходит. Забивают «Леопарды». Второе большинство они реализуют сегодня. 3-2. Вот это поворачивает ситуацию в свою сторону. Выговаривает сейчас что-то Муранову Леонид Тамбиев. Ну а празднует успех Илья Федотов. Переворачивают ход этого матча. «Леопарды» уступали. Но, правда, вот здесь тут же 3-3. Ай да матч, ай да поворот. Несколько секунд и уже ничья. Степан Старков в шоке. Сергей Зубов. И ничего еще не понятно в этом матче. Ух. Шевченко бросает с отрицательного угла, пытаясь рикошетом отправить шайбу в ворота. Да ты смотри, что происходит! Он весь матч бился, как лев, и она залетает. Александр Шевченко. Да, что творится на Фетисов-арене? Они только недавно уступали 2-3, а сейчас уже выигрывают 4-3. Здесь не пробил. Пас на синюю линию. И вот здесь подправление. После видеопросмотра было определено, что трюшка игрока команды «Адмирал» находилась ниже перекладины ворот. Ниже перекладины ворот. Клюшка Завгороднего. Это 4-3. Пауза, пауза, бросок. Ой, опасно. Не попадает Коклачев из убойной позиции. 10 секунд.
Лезут на чужие ворота сочинцы. Добивание. Еще бросок. Ближний угол. Мишуров спасает. Джесси Грэм бросал. И все. Адмирал дотерпел и победил сегодня. Третья подряд победа в этой домашней серии у команды Тамбиева. Но какая она получилась тяжелая и волевая. Завгородний, автор победной шайбы. Ну какие моменты сейчас были у леопардов. Зажигает сегодня Дальний Восток. И огненный матч во Владивостоке уже закончился. Его итог подводит главный тренер приморского адмирала Леонид Тамбиев. Леонид Григорьевич, можно ли сказать, что матчи, пока матчи этой домашней серии чем-то друг на друга похожи в исполнении адмирала, в исполнении приморской команды? Нет, так тяжело сказать. Но все матчи сложные, непредсказуемые. Цена ошибки, цена неправильных действий, правильных действий определяет результат. Но, тем не менее, команда вновь вырывает победу. И буквально, ну, как говорится, на финишной прямой, на ленточке. С чем это может быть связано? Характер? Характер, дух команды. Сложный матч. Молодцы, перебороли, волю к победе проявили, сравняли. Еще и победный гол забили. Ну, что тут говорить. Ребята молодцы.